Итак, микроволновка LG в ремонте. Что с ней? Основная фигня вот там вот, где излучатель, все прогорело, здесь все искрит. Замыкает. Надо все покрасить, разобрать, снять с этой стороны. Так. Здесь есть защелки. Защелки на защелках. Это, наверное, вот эта пластиковая крышка снимается. Точно. Пластиковую крышку. Потом излучатель. Пластиковая крышка верхняя. Потом излучатель снять. Попробовать. И под ним покрасить. Вон там винтики крепежные излучателя. Вот сейчас их выкручу. И посмотрим. Так, беда совсем с магнетроном. Вот он прогорел. Как он разбирается или нет, не знаю. Тут все заделано так. Это LG-шный. Вот. От Deo. Магнетрон целый. Но немножко другой. Размер другой. Вот эта вот штука повернута. Хотя разъем одинаковый. Может быть, как-то можно развернуть ее. Вот так повернуть сюда. В принципе, размер это одинаковый. Вот эти вот крышечки. Вот отверстие под них есть. Не знаю, можно ли это поменять. Что еще здесь? Здесь крышка пластиковая поплавилась. Вот там все черное. А все потому, что надо вовремя мыть от жира, чтобы не горело. Вот так вот. Здесь все цельно заделано. Больше ничего тут не разбирается. Не знаю, это можно, наверное, без этого обойтись. Но фиг знает вообще. Основной вопрос в магнетроне. Пока думаю, что делать с ним. Отмыл я внутри микроволновку. Потратил на это кучу сил и целый час времени. Сейчас вот начал покраску. Здесь вот со стороны магнетрона серебряная краска. Ну, у меня серебристый, белый нету. Это все равно для работы рабочая микроволновка. Тут уж не до изысков. В общем, была обгоревшая с этой стороны. И вот еще вот в этом месте, в углу. Сейчас здесь покрашу. Здесь заслоню бумагой. Листком бумаги, чтобы дверца не покрасилась. С этой стороны вот бумажкой тоже отградил лампочку, чтобы сквозь решетку. И отверстие тут я туда залил. Тоже внутрь. Хотя, так скажем, не попал особо тут. Не, немножко есть краски, вот пятно. Краски немножко тут все-таки попало. Ну, будем надеяться, что здесь больше ничего коротить не будет. И можно, конечно, отсюда попробовать пшикнуть. Но мне кажется, что-то подсказывает, что здесь уже есть краска. Попала она сюда. Вот, это я убираю. Вот, еще раз видно, что здесь краска сюда попала внутрь. Покрашу, значит, сейчас еще здесь угол. И попробую сюда магнетрон от микроволновки Deo поставить. Я уже перекрутил вот эти вот пластины. В принципе, не понимаю, для чего они, конечно. Ну, может, загораживают. Тут лампочка с этой стороны, здесь еще что-то. Такие уж технические изыски. По размерам они все одинаковые. Единственное, что здесь разъем сверху, а здесь ну, был здесь сбоку слева. Я перевернул. Они, в принципе, квадратные, симметричные. Будет справа, потому что там провод слева не достает. Еще неизвестно, это магнетрон рабочий или нет. Этот точно же дохлый, прогорелый. А тут целый у меня лежал. Вот, хочу покрасить, в общем, и попробовать, как будет работать.
Еще говорили, что тарелка вот эта не крутилась. Не знаю, если она сейчас не закрутится, то это уже будет в понедельник уже буду этим заниматься. С крышечкой. В принципе, она что нужна? Чтобы жир не попадал на магнетрон. Не знаю, искать, покупать запчасти. Есть магазин запчастей у нас. Подумаю, искать, не искать. Сейчас интересно, вот интересно вызывает, заработает ли магнетрон от Deo в микроволновке от LG. Вот, в общем, все, пока. Ну, вот так вот как-то я покрасил внутри микроволновку. Сейчас буду собирать. Ставить магнетрон вот сюда, в эту сторону. Подсоединю вот справа. Ну и потом попробую, как заработает, нет ли. Ставили с первой трудности. Подсоединил, а здесь вентилятор стоит и вот мешает. Придется разворачивать на ту сторону налево, как было. И смотреть вот этот вот провод, вытаскивать его вот здесь вот. Чтобы он, в принципе, а что я парился-то? Он бы хватило. Хватило бы все это без проблем. И вот эти уже я прикрутил, они там самонарезные, здесь резьбы не было. И силовой отвертки у меня нет. Да, ну ладно, переделываем. Что, вот поменял, прикрутил. Напрасно я изначально тут сомневался, все здесь хорошо поместилось, и проводов хватило, как будто так и должно было быть. Ну что, без крышки попробую сейчас включить в сеть и, так сказать, посмотрим, работает или нет. Удалась работа или нет. Ну вот, включил в сеть и час истины. Надеюсь, обойдется без взрывов. Так, как же тут ей управлять? Сколько здесь минут? Ну давай одну минуту поставим. А вот, стоп, сброс. Нет, это у нас стоп, сброс. Ну что-то не хочет запускаться. Кнопка протертая до дыр. Ну вот, не совсем все это не хочет. Автоповор, интересно. Ну что тут не работает это? Микро. Стоп, сброс. Как бы тебя включить, чтобы... А, во! Это же не до конца закрыто было. Ну, вроде бы работает. Хотя... Так, там пока еще не буду ставить кружок, но вот это уже повернул, значит, все вращается. Вот еще раз мы посмотрим. Там срез так. Надо сейчас едой погреть, ну посмотреть, греется, нет ли. Ничего нигде не искрит. Ну, он шпунек повернулся, значит, все с тележкой нормально. Ну все, рабочая микроволновка. Осталось вот при желании крышку эту купить, поставить, и все, можно пользоваться.